Чувашия – моя республика. Для меня Чувашия – это родители, дети, родственники, домашние, наши леса, реки, погосты, дорогие нашим сердцам. Чувашия – это люди, с которыми приятно говорить. Чувашия – моя родина, которую мы любим не за то, что она велика, а за то, что она своя. Для меня Чувашия – республика, которую мы строим вместе, которой желаем процветания, славы, благодаря которой болеем самой благородной болезнью – тоской по родине. Чувашия – край, который мы оставим своим детям.